Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. С рабочим визитом в Рязанские медучреждения посетил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. История, которая закончилась хорошо. Правоохранители отчитались о задержании мошенников. Скоро будет тепло. Синоптики рассказали, когда ждать изменения погоды. 11 марта Рязанскую область с рабочей поездкой посетил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Вместе с губернатором Павлом Малковым чиновник осмотрел поликлинику номер 14, посетил больницу скорой медицинской помощи, перинатальный центр и другие медучреждения. По итогам осмотра Михаил Мурашко отметил позитивные изменения в здравоохранении региона. Например, он отметил, что недавно открылся новый онкологический центр, а в ближайшие два года планируется еще 45 новых объектов ввести в эксплуатацию. Идут капитальные ремонты медучреждений, поставлено больше 1400 единиц нового оборудования, 150 единиц автотранспорта в первичное звено. В свою очередь, Павел Малков подчеркнул, что развитие здравоохранения благодаря федеральной поддержке станет большим вкладом в укрепление здоровья граждан. В преддверии празднования десятилетия воссоединения Крыма с Россией специалисты Крымского регионального центра президентской библиотеки провели межрегиональную встречу. Участие в нем приняла и Горьковка. В рамках программы прозвучали выступления представителей органов власти, руководителей и сотрудников учреждений культуры и образования из Симферополя, Санкт-Петербурга, Рязани, Кемерово, Волгограда и Пензы. Информационным дополнением стал тематический просмотр материалов из фонда библиотеки и ведущих электронных библиотек России. Здесь и сведения об исторических и политических событиях, происходивших на полуострове, и материалы о памятниках архитектуры и красивейшей природе Крыма. Целью встречи организаторы назвали распространение знаний об истории и развитии Республики Крым в составе Российской Федерации, определение исторической взаимосвязи и перспектив взаимодействия между полуостровом и другими регионами нашей Родины. Электронные трудовые книжки стали обязательными для тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года. В остальном переход на нее – выбор добровольный. О преимуществах электронной трудовой книжки рассказали в региональном отделении социального фонда. Почти 30 тысяч рязанцев перешли на электронные трудовые книжки. По России статистика и того выше, больше 12 миллионов человек. Как рассказали в региональном соцфонде, одно из главных ее преимуществ – это удобный и быстрый доступ к сведениям о трудовой деятельности. Переход на электронную трудовую книжку носит добровольный характер и осуществляется с согласия работника. Если ранее работник изъявил желание использовать бумажную трудовую книжку, он всегда может перейти на электронный формат. Тех, кто открыл электронную трудовую книжку после 2021 года, тоже немало. По статистике, при устройстве на первую работу в электронном формате ее получили 5 миллионов человек. Она содержит те же сведения, что и бумажные. Периоды работы, дата увольнения или приема на работу, квалификация, должность и так далее. Потерять трудовую книжку тоже невозможно, говорят специалисты соцфонда. Просто физического носителя у нее нет, так что испортить ее тоже не получится. А передать сведения можно онлайн через портал госуслуг. Снова немного статистики. К настоящему моменту за информацией из электронной трудовой книжки поступило больше 15 миллионов запросов. В соцфонде рассказали, что главное преимущество – это то, что данные при передаче невозможно потерять или испортить, а сведения о кадровых мероприятиях отражаются в электронной книжке уже через несколько дней. Однако для тех, у кого трудовая карьера началась до 2021 года, переход на электронный формат все еще не является обязательным. В наших эфирах о случаях мошенничества в регионе мы рассказываем регулярно. К сожалению, они не редкость в самых разных формах. Найти преступников зачастую сложно, но бывает, что истории об обманутых людях заканчиваются хорошо и справедливость торжествует. Как и в случае, о котором рассказали нашей съемочной группе в прокуратуре области. Железнодорожный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего рязанца. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по части 4 той же статьи. Мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что двое жителей областного центра, действуя в составе группы лиц, зарегистрировались в сети интернет с целью продажи запасных частей для автомобилей. При этом предпринимательскую деятельность осуществлять они не намеревались. Потерпевшие оплачивали аванс либо полную стоимость запчастей на счета конкретных банковских карт, однако товаров не получили.
В результате, в период с апреля 2018 года по июнь 2019 года 125 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. В ходе следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение, изобличающее второго участника преступления. Вину признал, в содеянном раскаялся, частично возместил причиненный ущерб, в связи с чем суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. В отношении второго обвиняемого дело выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу еще не вступил. Рязанские правоохранители пресекли масштабное хищение дистоплива. Сейчас в расследовании этого уголовного дела поставлена точка. О том, сколько удалось накачать этим нефтяникам, расскажем далее. В этом уголовном деле обвиняемых четверо. Двое из Московской области, двое из Ульяновской. Разброс не только в местах прописки, но и в возрасте. Группе этой от 19 до 55 лет. А занимались они, как удалось выяснить следствию, кражей из нефтепродуктопровода. Притом в крупном размере. Следствием установлено, что летом 2023 года обвиняемые за денежное вознаграждение по указанию третьего лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершили хищение более 27 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода через незаконное технологическое присоединение на участке у деревни Романцево Рязанского района, приспособив к перевозке похищенного топлива цельнометаллический фургон, приобретенный на денежные средства третьего лица. Накачали они на сумму около 1 400 000 рублей. В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, о котором стало известно в этом году. Это кадры из Рязанской области. Выглядит это строение как обыкновенный приусадебный участок. На деле все совсем по-другому, рассказали полицейские. Под землей на расстоянии около километра был проложен шланг, ведущий от большой трубы до села Кораблино. От строений периодически отъезжали грузовые автомобили с емкостями, заполненными дизельным топливом. Сотрудники полиции и УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели операцию, в результате которой на месте хищения топлива с поличным были задержаны 46-летний и 27-летний жители Рязани. Младший из сообщников ранее был судим за аналогичное преступление. Предварительно установлено, что похищено не менее 25 тонн дизельного топлива. Компании-владельцу причинен материальный ущерб на сумму 1 миллион 328 тысяч рублей. Окончательный размер ущерба предстоит выяснить в ходе следствия. Злоумышленников задержали. Следователи следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Частые снегопады, морозы и полуметровые сугробы сопровождали рязанцев почти всю зиму. Синоптики предупреждают, что ждать раннего потепления не стоит, и первый месяц весны вполне может стать еще одним зимним. Однако к концу марта, сразу после масленичной недели, весна постепенно начнет вступать в свои права. Оказывать влияние на погоду продолжает антициклон, пришедший с севера. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, прогнозируется несколько волн арктических вторжений. По этой причине надеяться на быстрое таяние снега не приходится. Ожидается, что метеорологическая весна наступит в Рязанской области не раньше 20 марта. Метеорологической весной считают период, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать отметку в 0 градусов. В начале весны ряд регионов накрыли экстремальные для этого периода до морозы. Местами температура опускалась до минус 10. Север России накрыли морозы до минус 30. На юг Дальнего Востока и в Сибирь пришли обильные снегопады. А южным регионам страны циклоны принесли ураганные ветра и ледяные дожди. С приходом весны и таянием снегов в Центральной России возрастает вероятность паводков. Зимой в регионах выпало на треть больше снега, чем обычно. И он отличается высокой плотностью, что увеличивает риск затопления для населенных пунктов в некоторых областях. В марте 2024 года зима не спешит уступать свои позиции в большинстве регионов России. В частности, жители Центральной России и северо-запада страны по-прежнему ощущают холод. В Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Калининграде, Петрозаводске, Мурманске, Владимире и Рязани днем столбики термометров показывают от минус 4 до минус 6, а ночью температура опускается до минус 10. На территории средней полосы Русской равнины, а также в регионах Урала, Сибири и на Дальнем Востоке март все еще приносит сильные морозы и обильные снегопады.
снегопады. Это время года еще покажет свои капризы в виде снежных бурь и резких понижений температуры. Синоптики предупреждают о гололедице. Стоит быть готовыми к непростым погодным условиям. Однако в апреле зима окончательно отступит. Хотя сильных морозов не предвидится, погода будет довольно переменчивой, с частыми изменениями температуры и колебаниями атмосферного давления на протяжении всего месяца. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя гидрометцентра, апрель обещает стать первым месяцем, когда в умеренных широтах наступит настоящая весна. Особенно теплое время предвидится во второй половине месяца, когда температура воздуха приблизится к отметке плюс 15. Сегодня, кстати, второй день масленичной недели, а православная церковь чтит преподобного Василия Дикополита, исповедника. На Руси на Василия было принято приносить в дом сосновую ветку. Она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовились целебные настои. В день Василия капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: посмотри на Василия в день на капельнике, сосульки, и капель пойдет. Придет Василий, и зима заплачет. На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь, лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев. Если края круты, то и весна будет стремительной. Если пологи, то весна протяжной. В Рязанской нефтеперерабатывающей компании стартовала 23-я региональная научно-техническая конференция молодых специалистов. В течение 3 дней 38 сотрудников представят на суд экспертов свои разработки по улучшению производства. Для многих участников конференции это начало большого пути в профессиональной карьере. Промышленная безопасность, охрана труда, экономика, финансы, информационные технологии, автоматизация производства. Участники выступают с докладами в 9 секциях. Вообще, научно-техническая конференция – уникальная площадка для молодых нефтяников, которые хотят ярко стартовать в профессии. По традиции, больше всего разработок в секции технологии и оборудования нефтегазопереработки. Сегодня в этой группе докладчики представляют 11 своих идей по улучшению производства. Мой проект заключался во внедрении дополнительного реактора процесса депрофинизации дизельного топлива. Этот проект позволит увеличить производительность дизельного топлива за счет снижения количества времени, потребуемого для перегрузки катализатора, соответственно, увеличения работы установки ЛЧ-24-7. Дело в том, что с некоторых недавних пор на нашей установке внедрен процесс депрофинизации, и, соответственно, у нас каждый апрель и октябрь приблизительно происходит процесс перегрузки катализатора, который требует временных затрат. Чтобы их исключить, я внес этот проект на реализацию. Самые успешные проекты будут представлены к внедрению в производство. Во время доклада нужно рассказать не только суть своей разработки, но и убедить жюри в ее эффективности для РНПК. Это лишний вариант засветиться перед высшим руководством. Как раз-таки руководство оценивает, как мы можем выступать на публике. И в дальнейшем мне, по крайней мере, предлагали уже и вышестоящие должности. Продуктом нашего проекта является повышение октанового числа. Это позволит снизить затраты на производство. То есть это экономически выгодно, просто банально все. Победители регионального этапа НТК отправятся на следующий этап состязаний. Кустовая научно-техническая конференция РНПК пройдет с 21 по 22 мая на площадке Ангарской нефтехимической компании. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.